хочу воспользоваться случаем и передать вот это изделие из белорусского льна. Наверное, в Америке уже такая ткань не производится. Передайте это Милане. Это женская. Потому что она имеет отношение к славянскому льну. Вот это передайте своему президенту. Это вам. У нас прошли европейские игры. И вот этот шоколад мы создали под эти европейские игры, но он без сахара. Так что можете свободно употреблять. Спасибо большое. Вот эта книжка, я знаю, вы любитель этого всего. Это о Беларуси. Вы в самолете полистаете и увидите, что такое Беларусь. И передайте своему президенту самое теплое поздравление от белорусского народа. Корни его зятя, по-моему, Кушнера, здесь в Беларуси. Oh, is that right?